Первыми традиционно на пожар прибывают вот такие мотоциклы. В части их 10. Они мобильные, им не создают препятствия пробки. Именно пожарные мотоциклисты оценивают серьезность возгорания и сообщают о необходимости дополнительных сил и средств. Здесь, на территории воинской части Росгвардии, по легенде, случилось возгорание кровли общежития. На верхних этажах люди звали на помощь. Быстро был разложен так называемый куб жизни, куда можно прыгать. К сожалению, не часто его используют при реальных пожарах из-за недостаточного места. Подчас мешают деревья, кустарники и машины. Здесь военнослужащие Росгвардии учились на месте у профессионалов Адлерского подразделения пожарной охраны навыкам экстренного спасения людей, оказания им первой помощи и тушения пожара. Я оцениваю на отлично работу своих подчиненных, потому что это боевые подразделения, которые в день выезжают по несколько раз. И до такой степени, вы сами видели, они это легко все делают, непринужденно. На всю операцию по ликвидации возгорания кровли общежития ушло чуть больше 12 минут. Кстати, такие крупные учения в военном городке части проводятся впервые. И впоследствии мы сможем уже с бодростью говорить, что у нас имеется какой-то в воинской части определенный, так сказать, противопожарный минимум того, что каждый военнослужащий должен знать при возникновении данной ситуации. В Сочи 14 пожарных подразделений. Конечно, они всегда откликаются на предложение, в данном случае Росгвардии, провести учение на том или ином объекте, где-то даже более серьезном, стратегическом, не забывая, что тяжело в учении, легко в бою. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.